Здравствуйте, ребята. У меня сейчас матч уже близок, я к первому дивизиону играю. Сейчас, чтобы максимальные призы в Rivals Online забрать. Просто реально с таким оппонентом еще не играл. Все 99-е, даже Марио Лемье где-то он отрыл. И то 99-й. Я даже думаю, что может быть я из-за пинга выиграю. Что-то случилось. Ой, сломали бедненького. Кросби. Хочу даже вам состав, ребят, показать этот после. Сейчас вот 2 минуты просто включил видео. Но честно, мне кажется, такого еще не видел состава. Просто космос. Все 99-е. Но у меня тоже штук 5 есть. Я тут уже в конце расставился, ну пусть забивает человек, ему же тоже нужны очки. За каждый гол 90 баллов дают. А вот у него Пастернак не 99-й. Пастернак. 38 секунд, 4 гола я вряд ли пропущу, можно все-таки на релаксе докатывать. Да, выиграл 7-2. Сейчас я голы покажу. Реально, я тут сыграл эту игру на такой вышке, что выше некуда. И осталось мне буквально 3 победы, и я выйду вот в этот легендарный уровень Ultimate. Посмотрите, сколько мне очков дали сразу соперника. Осталось мне где-то 63 очка, я выйду уже в первый див. 6 побед примерно. Ну что, смотрим. Ну, вратарь, понятно. У всех, которые только можно, лучший тот человек собрал. Посмотрите. Даже Марио Ремье 99-й. Кузи 99. Ну, тут, наверное, Капри. Пипец, состав. Вот реально мечта любого игрока такой состав иметь, ребят. Так, смотрим голы. Реально, я говорю, посмотрите уровень голов, поймете. Ну, тут такой, да, повезло. От спины Рины. Кто-то Клинберг набросил на ворота, сам подхватил и сам добил. Ну, эти голы такие слабые, ладно. А дальше просто я его раскатал. Перехватил шайбу. Просто прессинг. Ну, знаете, душите, душите, душите. Тут классика. Грецкий в одно касание. Морган Райли. Со щелчка. Просто насквозь. Да, видите, закрыт был Рина, он не видел броска, даже не отреагировал никак. Здесь пасик навесиком я делал. Успел отдать пас Ларкину. Ларкин развернулся. Дал под бросок Макдэвиду. Макдэвид
Тетка со штангой. Дальше настал черед Кейна. Выход один на один. Ну, Кейн это как семечки. Щелкает. Убрал Рина в одну сторону, бросил в другую. Дальше опять черед Райтена. С разворота Кейн отдал на Райтена. Райтен подъехал, просто в девяточку не осталось никаких шансов. Арина, ну дальше Кузнецов какой-то гол забил. Это он ничего не значил. Все, вот такая команда у парня. Она может быть даже из первого, не знаю. 14 бросков. Все, ребят, спасибо. Все показал, пока-пока. Ждите призов, да, кстати.